Сейчас мы полюбуемся на различные виды психологических воздействий на людей. Свидетели Иеговы, которые называются именем Бога, они проповедуют, это истинная религия. Все остальные называются Вавилоном Великим, который Бог сначала их уничтожит, а потом восстановит свое царство. А почему? Спарта! Скажите, пожалуйста, когда вы были на небе, вы слышали музыку? И какая она? Да, сестра. Музыка там льется постоянно, потому что хвалит Господа и листочек, и травинка, и птичка, и каждое животное, которое я там видела, оно все хвалит Бога. Музыка, можно сказать, малиновый звон. Ну, первую любовь потерял. Понял? Тебе там выбирал, как у карты играл, но свою не менял. А жить долго, 90 лет будешь жить. Понял? Да. Перемена не победит, перемена обрадует тебе.